У Лукоморья к нам не близко Госдепартамент США. Там по себе гуляет киска, Джин Псаки, добрая душа. Пойдет направо, ошибется, налево что-нибудь приврет, то в чудесах не разберется, то в побыхах в тупик зайдет, ведь ей неведомы дорожки далеких азиатских стран. Ну а профунилась немножко Ирак, попутав Иран, но пригрозила по незнанию, что звездно-полосатый флот за Украину в наказание к границам Минска подойдет и развернет свои эскадры в дремучих витебских лесах. Я так вижу эти кадры в Ньюсвик на первых полосах, но что с ней сделаешь? Девица! Разбродой так чечен! В Чечне ж никто не бреет лица, страна же дикая, зачем? Так убедительно лопочет, несет сама не знает что, сама хмит, сама хохочет. Не департамент Шапито, имели место карусели на референдуме в Крыму, зачем? Наверное, для веселья, скажу точнее, когда пойму, вы все готовы придираться, ловить на слове мастера, отстаньте, будем разбираться, у нас и так делов гора! Вокруг одни дегенераты, что не страна, как есть дурак. На всей планете только штаты соображают, что и как, и разъясняют, как умеют. Но если дальше так пойдет, они пожнут, чего посеют, и будут кушать, что взойдет. А это может быть невкусно и не особенно съедобно. За департамент как-то грустно, за Псаки как-то неудобно.